Всем привет! Вы снова на моем канале. И сегодня к нам пришла посылочка. Не простая и не золотая, а книжная. От издательства АСТ. Эту посылочку, эту книжечку я выиграл в конкурсе. Или в розыгрыше. Точно не помню. Давайте вскроем и посмотрим, что же мне тут прислали. Какую же книжонку я выиграл? Я так давно ее выиграл, что забыл. Честно слово. Так, запаковали, хорошо запаковали, хороший целлофан, хороший, пыльчатый, то можно пощелкать, вот сейчас не щелкать, что-то какой-то это, дешевый целлофан, потихонечку, чтобы не испортить книжечку. Итак, это «Тайны головного мозга». Оба-на, интересные книжонцы. Вся правда о самом медийном органе. Научная сенсация. Автор Эрик Чандлер и Лиза Джонсон. Если вам видно, вот тут на обратной стороне их фото. Это он, это она. Да-да. Вот такая книжонца. Интересненькая. Почитаю. Так, издательство АСТ, Москва. Вот как раз у издательства я и выиграл эту книжку. Спасибо вам, что прислали мне эту книжонку. Надо будет ее прочитать. От корки до корки. И на сегодня все. Всем пока! Если заинтересовала вас эта книжечка, есть в описании ссылочка на ее приобретение. Переходим по ссылке и покупаем. До скорой встречи!